понедельника. Семейной жизни, как у нее, не позавидует никто. Ты сумасшедший, Борис. Я твой муж. Что случилось? Да все нормально. Но я же вижу. Несмотря на внешнее благополучие, их отношения давно треснули. Ну чего ты дуешься? Я не сдержался. Ты обещал сдерживаться. Я сдерживаюсь, а у меня не получается. И когда все повторяется в очередной раз, уже нет сил терпеть. Да ты без меня под забором сдохнешь, ты это понимаешь или нет? Я не хочу тебя больше видеть, уходи. Так ты меня не увидишь. Ты детей не увидишь. Отчаяние наступает тогда, когда забирают самое родное. Суд постановляет назначить законным опекуном отца Коржинова Бориса Николаевича. Ты хочешь здесь купил? Вы имеете право, так нельзя. Екатерина Климова в многосерийном фильме «Точка кипения» с понедельника на ТВ Рус.